Доброго времени суток! Всем привет, привет! И от мухоморов тоже. Вон там еще тоже. Вон, смотрите, какой эпичный мухомор красивый. Мы уже тут несколько подосиновиков, подберезовиков нашли. Ариша нашла первый в своей жизни грусть. Правда, он червивый. Вот. Но сам факт. Видели ночь, гуляли всю ночь. Видели грусть. Вот. Лес, конечно, очень мокрый. Да, смотри, какая сиреневая. Сиреневая. Не помню, что-то было такое, но мы это не собираем. Красиво. Мы эту гадость не собираем. Ядовитая, по-моему. А может и нет. Мы собираем только сухонькие, молоденькие, балетовые. Потому что в таком климате их еще потом попробуй высуши. Даже в овощесушке. Ашка, ускоряемся, мы от мужчин отстали. Ну, смотри. Там мухоморчик красивый. Вот тут, смотрите, балетовые, но уже мертвые. Он такой огромный. Да. Да. Так. Ой, да терпеть бы. До того места, где у нее такие грибы. То когда несешь камеру, сложно от комаров отмахиваться. Ну что там у тебя, Аришенька? Ай, молодца. Сейчас открываю пакет. Быстрее, я сейчас уроню. Так, черный мы не берем. Класс. Что там с папой? Чего? Комар во рту за язык укусил? Николаевич, я всегда знала, что ты очень гламурный лось. Вот смотрите, один подосиновик. А вон Аришенька будет резать второй подосиновик. Потому режь, моя хорошая. От мухоморов папу уже тошнит. Да, папа уже на самом выходе. Ой, комар так и вьется около меня. Фу. Танец с грибами. Егор, танец с грибами. Ой, Ариш, там очень сложная классификация этих балетовых. Вот. Вот это вот, похоже, белый подос вот есть. А вот это не знаю. Они есть вот разные. Это вот это белый, вот с длинной ножкой. Нет, это подберёзок не кажется. Нет, вот он это... не окрашен. А, точно. Нет, подосиновики красят. Подосиновики, они с этими. Какие красивые, здорово. Ну вот сегодня классно. Я довольна. Сегодня сушка будет заполнена. Главное досушить. Но... часть нам пришлось выкинуть. Ну здесь часть тоже уйдет. Почему? Ну посмотрим. Нет, посмотрим. Надо поставь пакет сушить, открытым. Папа. Да. У нас конкуренцию. Часть грибов не выдержали с обувью. Хорошая обувь и сушка. Да. Овощи-обуви сушка была. Открыто. Отлично. Нам осталось около 15 километров до поворота на Гирвас. Кстати, насчет кивочки-вачи. Мне так интересно было, как же все-таки правильно ставится ударение. Даже в Яндексе я несколько запросов находила, что все-таки это кивач. Вот. Однако, это как бы спорно. Дело в том, что так как название здесь, как вы сами понимаете, не русские, то привычнее все-таки и правильнее ставить ударение на первый слог. То есть кижи, кивач и вот как вариант, значит, гирвас, в который мы едем. Ой, смотрите, какая красота.
Смотрите, какая красота. Бяк. Ну, уже бяк. Но сколько брусники, бяк? Боже мой. Ну, я думаю, сушить такой не стоит. Ой, сейчас я вам покажу эту бруснику, красавицу. Я буду есть бруснику. Нет, ты не будешь ее есть. Она какая, она вкусная. А вот брусника с черникой перемешку. Ну что, мы здесь остановились? Во-первых, видно, что леса очень красивые. Кстати, брусника всегда на входе в лес, в освещенной части. Дальше ее все меньше и меньше. Вот. А затем, ну это к вопросу, если что, мы сразу не успели в лес зайти, ее собираем. Вот. А дело в том, что дальше там озеро. И мы хотим до него дойти. Угу. Обалдеть. Обалдеть, бежит. Плотненький, хорошенький. Комаров нет, грибы есть. Ну-ка, переверни, покажи, какой красивый подосиновичек. Угу. Да, прелесть. Здесь мало, но хорошие. Мало, но хорошие. И здесь вообще нет комаров. Нет, вообще. Комаров. Зато столько черники. Брусника, вот как видите, уже закончилась. То есть вроде кустики есть, а ягодок нет. Ну вот их мало совсем. Вот. Вот, и вот мы уже подходим к озеру. Вот Егор говорит, такой лес ему нравится. Ну такой лес кому угодно понравится. Это просто вот прогулка. Вот смотрите, сколько черники. Я тут периодически подкрепляюсь. Вот смотрите, он какого размера. Черничка. А вкусная какая. О, вообще гигантская. Уже на голубику больше похоже. Я еще видя там грибы. Здесь еще что хорошо? Сильно грибы. Видно на расстоянии. А что-то это что? Не, ну это не стоит. Ну первый гриб хороший. Ваня. В каждой пределе. Да как же он угомонится-то? Пойдемте, мы почти подошли к озеру. А, к нему не подойдешь? Тут прям тропиночка идет. Посреди чернички. Ну да, здесь вот уже заболочено. Ну, вон оно, озеро. Нет, он, Егор, идет ближе. Сейчас. Можно? Ваня, сейчас подножки смотри, видишь, тут есть заболоченные участки. Ну вот ты на него почти идешь. Ничего хорошего не будет. А Ваня же в резиновых. А, точно, Ваня же в резиновых. Я в резиновых. Ну вот вы всю прогулку. Вернее, мы всю прогулку засняли. Озеро, озеро. Вот такое вот озеро. Я смертельно. У меня оно черри мокрое.
Красиво, очень красиво. Пойдемте посмотрим, вон там, по-моему, подосы. Это подосиновый, кстати, был. Был. Что там? Я его сбил. Смотрите, какие места. Мусор тоже есть по окраинам. Тропинок много. Ну, мы какие-то серьезные леса и не забираемся с детьми. Да и машина у нас предназначена только для хороших дорог. Но пока нас в этом путешествии все вполне себе устраивает. Вот сказочные, просто сказочные места. Да. Это гриб. Вот старенький. Ой, старенький, пожранный. Ну, кстати, тоже не червивый, а вот прям, ой, красавчик. Собираем. Это подосиновик тоже? Да, это подосиновик. Но здесь видишь? Подосиновый. Но здесь видишь, не так влажно, много солнца, и они более яркие, менее яркие. Угу. А там вот они аж прям фосфорицирующие, ну, оранжевые были. Гуляем, смотрим. Они говорят, они нашли вулкан. Там такой, как кратер. Углубление со всех сторон. Ой. Я, если не ошибаюсь, на каком-то из видео было, что вот эти вот грибы... Кто-то очень ценит. Вот эти вот рыженькие. Нет, это не рыжики. Ты шутишь? Давайте возвращаться. Ну, давайте еще чуть-чуть пройдем. Папе этот лес понравился. Ну, большое блюдце такое. Все в сыроежках. Так, мы переходим через какую-то просеку. Возвращаемся к машине. Пойдем по той стороне просеки. Ну, назад, но просто... Она все равно до дороги дойдет. Егор, тут есть грибы. О, смотрите, все желтое. Сыроежек. Очень приятный лес. А здесь все красное. Ай, комары. Такие прям шишкиновские места. Я говорю, места для Шишкина. Так, все, меня тут атакуют. Смотрите, красота какая. Мох разных цветов. И куча брусники. Ой, какая красавица. Вот что значит брусничный цвет. Прелесть. Сладенькая уже. Вот здесь вот такие штучки, но они никуда не ведут. Не, мы все вычистим, хорошие. Давай. Опс. Ой. Я никак брусники наесться не могу.
Красавица. Мы по пешеходному переходу перешли на другую сторону. Здесь брусники еще больше. Грибов пока не видим. Там машинки ездят. Полянку. Пока что лес исключительно ягодный. Ну, есть, конечно, грибы, но... мало и не то, что нужно. Ну, вот Егор какую-то полянку нашел. Обследует. Ну, здесь уже сыроежечки пошли. Фух. Хорошо походили.